если на современном языке говорить, это баллада о том, как один, ну там, мужчина, наверное, скорее всего, от мужского имени идет, очень болеет душой за своего родного любимого человека и называет ее «мой черный соловей». Видимо, у него волосы были черные. И говорит о том, что насколько мне тебя жаль, что тебя оторвали от родины, тебя оторвали от родного гнезда. И кому не плакать, как ну, не мне от этого. То есть вот настолько его жаль, вот эта вот журба, настолько она глубока, да, вот настолько он переживает. Мы ее, естественно, немного в современной обработке исполним.